Вот у нас первый день за последний, наверное, месяц, когда небо чистилось от облаков. И вот здесь у нас заход солнца. 5 марта, когда я снимала странное солнце, оно было... Оно было... Примерно... Здесь, в районе между столбами, сколько я помню. Сейчас вот там заход. С утра было все в облаках, таких белых, очень низко. И вот к вечеру расчистилось небо. И вот там у нас заход солнца. Я пропустила самое, наверное, интересное. Ну вот так. Очень сильно как-то скакануло за 20 дней. Право. Так, снимаю. Интересные такие облачка.